Ребята, всем привет! Как я и обещал, у нас будет сравнение двух водок. Вот такую я брал для сравнения. Ну, мы делали обзор, и вот теперь она для сравнения. И абсолют, что мы с вами смотрели тоже обзор, что я говорил, как говорил, так и делаю. Делаем сравнение. Хортица наша и абсолют шведский. Вот как она себя покажет, я думаю, многих заинтересует это. Хортица — это у нас Ultimate Perfection премиум водка, получается. Это водка, идет она выше классом обычной хортицы, ну будем так говорить. Температура приблизительно у них одинаковая. Не сильно она захоложена в холодильнике. Потому что, чтобы ароматика слышна была, ну, чтобы отличать, получается. Отличать именно разные посторонние привкусы. Так, сейчас чуть-чуть дольем сюда, чтобы одинаково все было. Ну, вот так вот. За абсолют уже мы с вами смотрели. Водка неплохая, но интересно, как она будет с нашей хортицей. Я же говорю, в соучастии, ароматика и все остальное. Я так видео сильно не буду делать большое для сравнения. Мы так, кстати, вот закусывать будем буженина мясная. Я думаю, самое нормальное под такие напитки. Все, пробуем. На аромат. Запаха не слышно как такового. Знаете, что тут слышно в абсолюте, вот по сравнению? С хортицей. Что я могу сказать? Вот. В абсолюте такое чувство, как какая-то даже стерильность присутствует медицинская. Вот где-то такие стерильные, как бинт, стерильная чистота. Вот это видно, это фильтрация у них такая происходит за счет, там разные ступени у них, много фильтрации. И может продает вкус вот это за счет большой фильтрации. Если много фильтрации, может, да, какая-то ароматика присутствовать. Здесь же ж вот этого запаха не слышно. Вот при первом наливе чуть-чуть постояло. Ароматика уходит что отсюда, что отсюда. Получается, вот эта даже вот стерильность, вот это уже вышло вот за какие-то, ну, минуты, грубо говоря. Так что это можно сказать, что водка такая, если вы в компании налили, там чуть-чуть поговорили, минуты какие-то, и уже она приобретает такой приятный, ну, нейтральный вкус и аромат. Вкус сейчас мы попробуем. Будем пробовать. Давайте первую хортицу. Нашу хортицу. Мягко, гладко, чуть-чуть спирты, естественно. Но она уже не забываем, она у меня уже постояла. Вот в чем дело. Уже постояла немножко, и вкус мог измениться. Пробуем. Абсолют. Водку, которая на третьем месте по продажам в США.
Такая произошла пауза у нас. И что я вам хочу сказать? По температуре где-то они приблизительно одинаковые. Хортица чуть-чуть идет, как вам объяснить? Вкусы у них чуть-чуть отличаются. Это надо уловить. Опять же, кто разбирается во вкусе, чувствует хорошо. Я же говорю, я вкусы хорошо различаю, ароматику. Хороший нюх, можно так сказать. Хортица более как свежей чуть-чуть идет. Вот как она, как вот вам объяснить, более освежающий чуть-чуть. А абсолют такой нейтральный, спокойный. Ну, я даже не знаю. Не знаю, как вам даже не то, что объяснить. А вот вкус этот, чтобы вы поняли, почувствовали, как и я. Давайте повторим. Ну, я же говорю. В принципе, вот так уловить какие-то ноты, опять же, ароматика. Тут все-таки меньше слышно вообще даже ни водочного, ни... Тут легкие-легкие водочные ноты. Тут... Тут почти не слышно. Знаете, что мы давайте сделаем? У меня нету два таких дегустационных Глинкёрна, можно так сказать. Давайте попробуем с Роксов от Red Label. Я думаю, может быть, ароматика как-то чуть-чуть на дно. Может быть, раскроется шире, чтобы больше описать. Но я вот слышу, что абсолют и хортица. Вот действительно есть различия, но они не такие большие, не такие весомые. И опять, эта водка как-то больше. Но опять, не забываем, ребята, это пшеничная слеза. Это лучший спирт считается наш. Она произведена. Абсолют тоже из пшеницы, но у них свой, я же говорю, шведский там спирт, тоже пшеничный. Как производится, он неизвестно. Как и пшеничная слеза. Так, чуть добавим. Потому что количество чуть-чуть отличается. Будем делать эксперимент этот, дегустацию честную, равномерную. Вот погружаюсь я полностью в ароматику Рокса. Не слышно ничего такого бьющего. Здесь вообще, можно сказать, почти не слышно. Чуть-чуть здесь больше, чуть-чуть доминирует водочные, и опять пшеничные, можно сказать, пшеничные, равномерные ноты. Что здесь, что здесь. Нету каких-то вот этого, я же говорю, ретификата такого, ароматики такой, ну, неприемлемой. Именно пшеница борется, вот пшеница... Здесь пшеница, здесь, тут пшеничная слеза, тут пшеничные спирты. Они говорят, что до килограмма уходит на производство этой бутылки. Да. Да, ребята. Интересно, очень интересно.
Интересно, знаете чего? Я могу только объяснить одно, что эта бутылка постояла, и у нее было количество воздуха здесь обменяться аромат, чтоб ушли вот эти тяжелые ароматы. Ну, что я могу сказать? Хортится мягче. На вкус хортится мягче. Но опять не забываем абсолют. Здесь больше половины. Если б честный обзор был бы, если бы она постояла столько, сколько хортится. Я же говорю, хортица постояла хорошо так. Более спиртозность раскрывается, обволакивает. Здесь, ну, более глаже. Не будем греха таить, грубо говоря, как такая есть пословица. Все-таки хортится, хоть она и стоит дешевле, опять есть делюксы, но говорят, что больше, не то, что говорят, тут люди, что пробовали, есть еще делюкс бутылка такая круглая она сделана, что она еще лучше идет, но говорят, это та же самая, что вот эта хортится, насколько вот по вкусу. По вкусу я скажу, что хортится вот это не хуже абсолюта. Да, очень интересно. Знаете, что интересно? Выпиваешь глоточек маленький этого напитка нашей хортицы. Раскрывается, я же говорю, свежесть и нейтральность потом, не обжигающая. Выпиваешь абсолют, такая чистота, а потом спиртуозность обволакует, такая жестковатая, действительно, рецепторы, жестковатая. Что интересно, но опять, я же говорю, неравное сражение, потому что тут было уже, оставалось меньше половинки где-то, а тут, вы сами видите, больше половинки. Может быть, это сыграло роль. Может быть, если постояло б абсолют столько, сколько хортится, тогда б мы уже увидели другую картину. Да. Что я хочу сказать? Будем подводить итоги. Наша хортица не сильно хуже абсолюта шведского. Наша украинская хортица действительно работает, видно, колонны там, чистка. Если абсолют так пропагандирует свою, можно сказать, чистоту, потому что они очищают, многоступенчатая чистка, все там происходит четко, потому что водка абсолют, абсолюта наш имя приобрела из-за того, что абсолютная чистка еще с тех времен, еще с 1879 года. Да, вполне получается, наша водка не сильно хуже. Но опять же, не будем хейтить абсолют. Абсолют вполне приемлемый. Не зря Америка, я же говорю, по продажам занимает он третье место. Ну, по сравнению Бакарди, там еще других, не помню, каких напитков. Это действительно
Вполне неплохая водка, вот эта наша Хортица. Я даже не знаю. Ну, выпьем, может, с вами сейчас шоты. Завершим это все. Но вот при дегустации, я же говорю, мне даже, как сказать, действительно приятно, что наш бренд, вот этот Хортица, опять же ж, не забываем, у них есть более низший уровень, грубо говоря, сказать, других водок, которые, ну, действительно, с этой водкой равнять нечего. Я помню, снимал на эту водку обзор давно. Она действительно отличается от стандартной Хортицы. У нее вкус намного чище, мягче. Ну, действительно, да, есть отличия. Но опять же, не забываем, будем нюанс, что она постояла уже. Она обменялась кислородом, обогатилась, ароматика, спирты острые вышли. Может быть и такой подвох по сравнению с абсолютом. Ну, чистота аромата. Но острота спирта. Спирт раскрывается обжигающе. Опять же, не будем, ребята, забывать. Может быть, градусы. Опять, я не мерял. Можно, конечно, вести, например, такие обзоры, чтобы измерять. Это вообще было. Вот многие, смотрите, блогеры, кто ведут, просто на ароматику изучают. Ароматика, вкусовые качества. Я же говорю, может быть, по градусам, например, по градусам, оно и отличается. Но я не мерил ни это, ни это. Может быть, тут честный 40, а тут, например, меньше. Или наоборот, но это не суть. Я имею в виду, что мы сейчас сравним, что есть. А нюансы могут быть разные. Абсолют более острый, более обжигающий. Ну так, опять же, это в умеренных количествах обжигающего аромата. Хортица гладкая. Хортица вполне. Ну что я хочу сказать? Ничем не хуже, я же говорю, наша водка Хортица по вкусу абсолюта. Я вот так попробовал абсолют, сняли обзор с вами. Неплохой, классный. Ну, в сравнении, я же говорю, вот с Хортицей, он, ну, сильно не убежал. Я же говорю, по качеству. Так что так, ребята. Сняли видео, я вам говорил, сниму обзор на нашу Хортицу и на абсолют шведскую снял. Все, всем счастливо.